Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти? Так делай добро. А если делаешь зло, бойся. Ибо царь не напрасно меч носит для устрашения злодеев и ободрения добродетельных. Он был уверен. Власть дает ему силу возносить правых и низвергать виновных, чтобы построить Царствие Небесное на земле. Год 1525. Династия Рюриковичей правит страной уже шестое столетие. Такой продолжительной цепочки передачи власти по праву крови не знает ни одна европейская страна. На престоле Василий III, сын Ивана Великого, правитель огромного независимого государства. Именно в этот момент судьба московской ветви Рюриковичей оказалась под угрозой. У Василия III не было детей. После 20 лет бесплодного брака он развелся с первой женой Соломонией Сабуровой и женился на 16-летней княжне Елене Глинской, которая родила, наконец, долгожданного сына Ивана. Великий государь в расшитых золотом одеждах сидел на высоком троне, свесив ножки. Вокруг толпились пышно одетые бояре. Великий князь московский всея Руси Иван Васильевич 6 лет от роду принимал литовских послов. Повторял подсказанные короткие фразы, послы подходили поцеловать маленькую ручку, а потом государя увели, объяснив высоким гостям, что по малолетству ему на перу быть истомно. Пока великий князь проводил время с мамками да няньками, государством управляли бояре. Иван Васильевич унаследовал престол в 3 года после внезапной смерти отца. При князе-младенце был создан особый регенский совет из нескольких ближайших бояр во главе с его матерью. И до самого совершеннолетия великому князю предстояло быть послушной куклой в их руках. Русская знать считала себя коллективным хозяином страны. Аристократы обладали обширными вотчинами, наследственными земельными владениями, с которых получали огромные доходы, и каждый из них мог собрать и вооружить собственное войско. Высшие вельможи получали чин боярина, они должны были служить в войске великого князя, управлять городами и государственными учреждениями. Боярское звание давало право присутствовать на заседаниях Боярской думы, Государственном совете при великом князе. Младенец Иван и его мать, вдовствующая великая княгиня Елена Глинская, оказались идеальной ширмой для боярского правления. Вокруг трона закипела борьба за власть 3 аристократических кланов – князей Бельских, Глинских и Шуйских. В 1538 году княгиня Елена внезапно умерла, возможно, была отравлена. На вершине оказались князья Шуйские. Осиротевшие дети, Иван и его младший брат Юрий, оказались во власти алчных вельмож, которые чувствовали себя полными хозяевами и дворца, и казны, и жизни самого великого князя. Страхи и унижения своего горького детства Иван запомнил на всю жизнь. Бывало, играем в детские игры, а князь Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя.
Воспитанием и образованием великого князя никто не занимался. С его желаниями и чувствами не считались. Когда Ивану было 13 лет, в его присутствии, прямо на заседании Боярской думы, арестовали его любимца, князя Федора Воронцова, за то, что государь его жалует и бережет. Нашего боярина обесчестили, оборвали на нем одежду и хотели убить. Тогда мы послали к ним митрополита Макария передать, чтобы не убивали. Митрополита толкали и разорвали на нем мантию, а бояр пихали в зашей. Иван не выдержал. Вместе с ближними боярами он уехал прочь из Москвы. Под Можайском великокняжеский поезд встретила огромная толпа. Люди хотели пожаловаться государю на самоуправство бояр и чиновников, которые уже не знали никакого удержу. Государю впервые предстояло встретиться лицом к лицу со своим народом. С трудом пересилив себя, он выбрался из воска. И сотни людей разом, как подрубленные, упали перед ним на колени. И тогда он понял, кто он такой. Поздней осенью великий князь вернулся в Москву. Дождавшись окончания рождественского поста, он велел псарям схватить князя Андрея Шуйского и отволочь в темницу. Псари, пока тащили боярина до ворот, нечаянно или намеренно задушили его. И тогда всем стало ясно. Великий князь показал зубы. Теперь толпа царедворцев ловила каждое его слово. А сам Иван предался развлечениям в компании ровесников из золотой молодежи, не зная удержу ни в чем. Юному Афанасию Бутурлину за дерзость он приказал урезать язык. А 15-летний Михаил Трубецкой, не угодив чем-то великому князю, был немедленно казнен. Ближние бояре и воспитатель великого князя митрополит Макарий пытались вразумить его, но тщетно. И тогда Макарий применил средства невиданной силы. Он предложил великому князю принять царский титул. Сказание о князьях Владимирских возводило происхождение Рюриковичей к первому римскому императору Гаю Юлию Цезарю Октавиану Августу, от которого и происходит титул царя или цесаря. Русский царь считался официальным преемником византийского императора и равным по статусу правителю Священной Римской империи. Византийская идея венчания на царство имела ярко выраженный сакральный характер. Царь становился первым слугой Бога на земле и вместе с высшей властью возлагал на себя бремя ответственности перед Богом за свое государство и своих подданных. 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная церемония венчания на царство. Иван IV стал первым русским царем. Теперь он был уже не первым среди равных, но единственным. Правителем, который волей Божьей поставлен высоко над всем обществом, включая самых родовитых бояр. Самодержцам, чья воля отныне закон. По древнему византийскому обычаю был проведен смотр невест. Медленно и важно Иван шел вдоль бесконечной череды статных, пышных, златовласых красавиц. Наткнулся взглядом на хрупкую девушку невысокого росточка. Пушистая темная коса и глаза, как вишни. Дальше Иван не пошел. Царской невестой стала 15-летняя Анастасия Захарьина Юрьева. Свадьбу сыграли 3 февраля. Царь Иван по всем законам и традициям был теперь взрослый, самостоятельный, полновластный правитель, помазанник Божий. И никто больше ему не указ.
Надежды родственников и митрополита пошли прахом. Иван ударился во все тяжкие, пуще прежнего. И пока государь предавался забавам, правили по-прежнему родовитые вельможи. Царь куражился до тех пор, пока не вспыхнуло. Простая непогашенная свеча породила великий пожар. Царь бросился в село Воробьево, куда бежала его семья и ближние бояре. Что делать дальше, он не знал. Горело Заявзье, Замоскворечье, часть Кремля. Выгорела треть Москвы. Погибли тысячи людей. Для средневекового города это чудовищные потери. Кто-то пустил слух, что виноваты во всем родственники царя, бояре Глинские, занявшиеся черным колдовством. Вспыхнул мятеж. 3 дня город находился во власти восставших. На 4-й день сотни людей, вооружившись как на войну, явились в Воробьёво к царю, но не жаловаться и не просить, а угрожать. Они требовали немедленно выдать Глинских для расправы. За стенами терема шумело людское море. Ивану уже чудился треск и гудение пламени, пожирающего бревенчатые стены, тонкую перегородку между ним и яростной лавой толпы. Ему ли, царю всея Руси, наместнику Господа Бога, бояться черни? Смешно. Стоит только выйти на высокое крыльцо, и все падут перед ним ниц. Царь переступил через порог, и в лицо ударило горячее дыхание чудовища. Сотни голов изрыгали брань. Слепили глаза бесчисленные зубья рогатин и топоров. И от сего уба в ниде страх в душу мою, и трепет в кости моя, и смирися, дух мой. Царь отправил в Троицкий монастырь огромный вклад – 7000 рублей. На эти деньги можно было бы отстроить пол Москвы, но царь хотел откупиться от Божьего гнева. Жертва не помогла. Царя преследовали неудачи, Иван был в отчаянии. И тогда близкий друг царя Алексей Адашев привел своего давнего знакомца, священника Благовещенского собора, Сильвестра. Никто прежде с ним так не говорил. Сильвестр возложил вину за происходящее на самого Ивана. Он, помазанник Божий, погряз в грехах, в буйстве и праздности. Его попустительством умножилось в государстве беззаконие. Он, от кого зависит судьба народа, уклоняется от государственных трудов и тем тащит свою страну в пропасть. Но Господь простит того, кто искренне раскается и встанет на путь спасения. Сильвестр рассказал царю о неких злых чудесах и видениях, явленных ему ради наставления Ивана Васильевича. Молодой монарх покорился воле наставника. С этого времени царь Иван изменился до неузнаваемости. Все прежние потехи и пиры были решительно отринуты. Сильвестр стал его духовным отцом и ближайшим советником. Он говорил ему о высочайшем положении правителя и об огромной ответственности перед Богом, убеждал в необходимости серьезных перемен в стране. Царь жадно читал труды отцов церкви, политические трактаты, летописи, донесения о положении в государстве. Именно тогда он приобрел те глубокие познания богословия и древней истории, благодаря которым получит у летописца почетное прозвище «Словесной мудрости ритор». Рядом с ним постоянно были советники и друзья, люди высокой книжной культуры. Священник Сильвестр, митрополит Макарий, Алексей Адашев. Вместе с ними молодой царь в удивительно короткие сроки проведет грандиозные изменения во всех областях жизни своей страны. Царь Иван шел по бесконечным переходам Кремлевского дворца. Пышной свите приходилось бежать за ним. Он принял непростое решение и торопился его исполнить, отбросив все сомнения и страхи. В тронной зале дворца его ждали избранные люди государства.
Созванное Иваном IV собрание представителей всех свободных сословий позже будет названо «Собор примирения». Впоследствии такие соборы будут созываться для решения важнейших государственных вопросов и получат название «земских». С появлением земских соборов в России сложилась новая государственная система, при которой представители всего свободного населения страны участвовали в управлении государством и составлении законов. Первые же слова его речи, обращенные к собору, потрясли всех. Царь и великий князь всея Руси, самодержец, перед своими подданными покаялся в том, что был жесток и несправедлив к ним. Объявил, что сам прощает всех, кто перед ним провинился, и более опалы на них возлагать не будет. И, наконец, царь испросил согласия на проведение реформ. «И вы, братья моя, все любимые мои князи и бояре, и все православное христианство, помогайте мне и пособствуйте». Административная реформа отменила кормление, систему содержания высоких должностных лиц за счет местного населения, ввела жесткие наказания за взятки и лжесвидетельства. Следствие по уголовным делам и все поземельные вопросы перешли в ведение местного дворянства и свободного крестьянства. Была сформирована система приказов, центральных органов управления, каждый из которых ведал определенной отраслью, от внешней политики до армии. Система приказов успешно функционировала вплоть до конца XVIII века. После большого воинского смотра и торжественных молебнов 22-летний царь Иван Васильевич вывел свою армию в поход на Казань. Казанское ханство, большой осколок Золотой Орды, стоял костью в горле у русского государства. Война шла с перерывами уже почти 100 лет. 10 тысяч русских пленников томились в рабстве у казанцев. Царь Иван дважды пытался воевать с Казанью, но оба похода оказались неудачными. К третьему походу подготовились с особой тщательностью. Войско сопровождали иностранные специалисты, в том числе инженеры, артиллеристы, саперы. Артиллерийский арсенал – 150 орудий первоклассного качества. Это была армия, обновленная после реформы. Военная реформа Ивана IV укрепила и упорядочила основу русского войска – дворянское ополчение. Были учреждены регулярные воинские смотры, на которые все служилые дворяне должны были являться конны, людны и оружны, то есть на боевом коне, с вооружением и бойцами. Появилось первое в России регулярное войско – стрельцы, вооруженные пищалями и обученные огненному бою. Стрельцы получали из казны жалование по 4 рубля в год и не зависели от служилой аристократии. В конце августа Казань была взята в плотную осаду. Пушечный обстрел продолжался днем и ночью. Казанцы упорно сопротивлялись. Тогда Иван Васильевич, не советуясь с воеводами, вызвал к себе инженеров и саперов. В строжайшей тайне под стены начали подводить подкопы для мин. На рассвете, 2 октября, страшный взрыв сотряс весь город. Обрушилась часть стены и башни. Войска ринулись в пролом. Но казанцы бились насмерть. Иван поехал прямо к воротам Казани, чтобы все войско видело, что царь с ними. На помощь штурмующим бросили свежие силы. И Казань была взята. В грановитой палате Кремля царь торжественно отпраздновал победу. Вместе с ним ликовала вся страна. Казанское взятие было общей победой, национальной гордостью, объединившей все русское общество, от бояр до крестьян. Территория Казанского ханства, все Среднее Поволжье, около 700 тысяч квадратных километров, вошла в состав русского государства. Вскоре под защиту царя попросилось Сибирское ханство. В 1556 году было завоевано Астраханское ханство, и вся Волга оказалась под русским контролем.
К России присоединились Нижнее Поволжье и степи от Дона до Терека. Это было время расцвета, могущества и величия русского государства. Время порядка и изобилия. Отлаженная система управления, власть закона, экономическое процветание и военная мощь. Строились великолепные храмы. Началось книгопечатание. Иностранные дипломаты и купцы, прежде с опаской ехавшие в Россию, не могли поверить своим глазам. Этот князь – повелитель и царь над многими странами, и его могущество изумительно велико. Император Иван Васильевич очень умен и великодушен. Любовью к подданным и великими делами он превосходит всех других государей. Император с величайшей справедливостью управляет всем государством. Образованный, благочестивый, артистически одаренный, он очень любил духовную музыку и сам сочинял произведения для церковного хора. Иван IV находился в расцвете сил и был совершенно счастлив. Но в марте 1553 года царь серьезно заболел. Вскоре стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Сознание мутнело. Он все чаще впадал в горячечный бред, переставал узнавать близких. Иван понимал, что умирает. Родной брат Юрий был тяжело болен, возможно, слабоумен и не способен претендовать на престол. Сыну Дмитрию было всего полгода. Но имелся двоюродный брат, князь Владимир Старицкий, и он легко мог оттеснить царевича Дмитрия от престола. Умирая, царь велел принести присягу младенцу царевичу, но согласились не все. Протопоп Сильвестр и Алексей Адашев, ближайшие друзья, которым царь верил беззаветно, не спешили присягать его сыну. Они понимали, что возведение на престол младенца будет означать откат во времена боярского правления и всеобщего упадка. Иван умирал, чувствуя себя преданным. Царь внезапно проснулся. Было утро. Он словно воскрес из мертвых. Теперь, едва не побывав на том свете, он обрел, как ему казалось, истинное зрение. Раз уж Господь оставил его в живых, значит, еще не исполнено его, великого государя, предназначение. Ему предстоит пройти трудный путь. И на этом пути он абсолютно одинок. Ни друзей, ни помощников, ни даже слуг. Только враги. Едва встав на ноги, царь немедленно отправился на богомолье в дальний Кириллов монастырь. С собой Иван взял жену и маленького сына, потому что уже не мог доверить их никому. Его убеждали не вести в такое тяжелое путешествие жену и ребенка, но он не послушал. Поездка окончилась трагически. На обратном пути младенец Дмитрий выпал в воду из рук няньки, спускавшейся по сходням с корабля, и спасти его не успели. Спустя год родился сын Иван. Еще через 3 года Федор. И вроде жизнь продолжалась, и внешне все оставалось по-прежнему. Только между царем и его ближайшими советниками появилась трещина. И она неуклонно расширялась, сочась горечью недоверия. В каждом их слове и в каждом действии Иван видел сопротивление и злой умысел. Подозрения усилились, когда советники осмелились возражать против его военных планов. Царь настоял на своем и за первые же годы одержал подряд несколько блистательных побед. А советники все продолжали спорить, убеждая его, что война разорит страну. Но Иван не желал их слушать. Он уже не верил старым соратникам. Более того, подозревал их в измене.
Алексея Дашева царь отослал в Ливонию, не дав ему сколько-нибудь определенной должности. Священник Сильвестр отправился в дальний монастырь и принял там постриг. В середине лета 1560 года тяжело заболела царица Анастасия. Она прихварывала с кирилловского богомолья. Очередные роды еще больше подорвали ее здоровье. Или же причиной болезни стал чей-то злой умысел. Больно было видеть, как мучается Анастасия. Ее лицо стало восковым, неузнаваемым. Он не хотел верить, но с тоской и ужасом понимал – все кончено. Его голубицу уморили злые люди. И теперь хоть вой, хоть кричи – все тщетно. На похоронах Иван рыдал так, что не мог стоять на ногах. Боялись, что царь помешается от горя. После смерти жены он страшно переменился. И снова, как в юности, пустился в дикий разгул. Со стороны могло показаться, что молодой вдовец отчаянно пытается заглушить буйными и непотребными потехами свое горе. И снова ездил на богомолье, молился ночами напролет, каялся и просил: «Вразуми, Господи!» Он наблюдал за жизнью монахов. Строгий уклад жизни, общежитийный устав, не оставлявший монаху ничего своего, кроме души. Верность обетам, абсолютное послушание игумену. Из своих тел, как из кирпичей, они строили на земле Царствие Небесное. Это ли не высочайшая цель земной жизни? Царь знал из Евангелия: Царствие Небесное силою берется. Он ощущал себя воином Христовым. И чтобы убедиться в этом, начал священную войну. В 1563 году Иван Грозный возглавил поход на Полоцк, самый большой и богатый город Литвы, древнюю вотчину Рюриковичей. Через Полоцк на всю Западную Русь шло влияние западных конфессий, а это было серьезной угрозой православию. Царь привел к Полоцку огромное войско и лично руководил всей операцией. Это была крупнейшая военная кампания за полтора века русской истории. Полоцк обладал мощными укреплениями и большим боеспособным гарнизоном. Спустя месяц непрерывных обстрелов, почти сравнявших стены с землей, Полоцк сдался. Потери русской армии составили всего 86 человек. Весть о взятии Полоцка мгновенно разнеслась по всей Европе. Иван IV торжествовал победу. В Москву он вернулся в твердой уверенности. Он делает то, что угодно Господу, а все, кто ему противится, идут против Божьей воли. Темной ночью через пролом стены в Литву бежал Андрей Курбский, князь, занимавший исключительно высокое положение, знавший все военно-политические тайны и личные секреты. Курбский не просто бежал. Он еще и стал писать царю письма, упрекая его в черной неблагодарности по отношению к верным слугам, обвиняя в произволе и слепой гордыне. Получив это послание, царь в гневе велел запытать до смерти гонца, принесшего это письмо. Но спустя некоторое время, не выдержав, написал князю Курбскому ответ, в котором опроверг все обвинения и сформулировал свою политическую программу. Кто противится власти, противится Богу. А кто противится Богу, тот именуется отступником. А это наихудший из грехов. Когда-то ему понадобилось отправиться на тот свет, чтобы узнать, что о своем царе думают вельможи. Теперь пришло время узнать, за кого принимает его народ. Готов ли он пойти за царем, куда бы тот ни повел? Накануне Рождества 1564 года Кремль внезапно опустел. Царь Иоанн Васильевич исчез. Вместе с семьей, придворными, со всей царской казной и московскими святынями исчез.
будто и не было. Москвичи пребывали в растерянности. Никто не понимал, что происходит. Пока в Москву из Александровской слободы не прибыл царский гонец с грамотой. Царь сообщал, что на московский народ зла не держит, зато обвиняет церковные власти, знать и бояр в том, что они покрывают изменников и преступников и не дают государю вершить справедливый суд. А посему он отрекается от престола. А народ уж пусть сам решает, как ему дальше жить. Вся Москва от бояр до посадских пришла в ужас. До смуты оставался один шаг. И пока бояре собирались с мыслями, народ уже все решил. Толпы москвичей явились в Кремль и вынудили вельмож и архиереев отправить делегацию в Александровскую слободу. Просить государя вернуться на любых условиях. Все это время Иван Васильевич находился на грани. Говорили, что от нервного напряжения он потерял почти все волосы на голове. Вот, наконец, разрешилось. Его народ пришел к нему и просил управлять, как ему, государю, угодно. Теперь царь Иоанн избран и Богом, и людьми. Торжественно вернувшись в Москву под радостные крики и колокольный звон, Иван IV объявил, как именно ему угодно. На изменников, которые государю непослушны, опалы свои класть, а иных казнить и забирать их имущество. Оставалось только воплотить в жизнь его мечту под названием «Опричнина» – инструмент для строительства Царствия Небесного на земле. Опричнина – от слова «оприч» – снаружи, за пределами. Личный удел царя с отдельным аппаратом управления и войском. Неофициальной столицей опричной зоны стала Александровская слобода. В опричнину была выделена треть территории Москвы близ Кремля, а также самые богатые земли – Черниговские, Тверские и Ростово-Суздальские, которые царь отобрал у владельцев и раздал опричникам. Опричное братство из 300 человек было организовано как военно-монашеский орден, игуменом которого был сам царь, келарем Афанасий Вяземский, а пономарем – боярский сын Григорий Бельский, более известный как Малюта Скуратов. Общее количество опричников первоначально составляло 1000 человек, позже – до 6000. В 1567 году царь получил известие, что польский король предлагал лучшим русским воеводам, князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и боярину Федорову перейти на его сторону. Возможно, это была польская диверсия. Но Иван Васильевич провел расследование и сделал свои выводы. Первым он вызвал к себе боярина Федорова. Занятно было видеть, как некогда надменный боярин в растерянности входил в царские покои. После нескольких месяцев опалы вдруг его пригласили предсветлые государевы очи. Что же он видит? Пустой трон. На нем парадное царево облачение. А сам великий государь в своей опричной рясе скромненько жмется в стороне. Ласково, но твердо, Иван Васильевич велел боярину облачиться в царские одежды и сесть на трон. Федоров, не смея слушаться царя, осторожно присел на краешек трона. А государь вдруг бухнулся перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место? Получил ли все, о чем мечтал? Наслаждайся владычеством, которого жаждал. У боярина от ужаса отнялась речь. Вот-вот удар хватит. Пора кончать. Так начался большой террор.
Казни аристократов сопровождались зверскими убийствами их жен и детей, домочадцев и слуг. Опричники в судах имели привилегии над прочими. Им позволялось почти все. Страна оцепенела в страхе. Митрополит Афанасий не в силах повлиять на царя, оставил кафедру, сославшись на телесные немощи. Иван IV подобрал новую кандидатуру – соловецкого игумена Филиппа Калычева. После долгих уговоров Филипп согласился принять кафедру, чтобы хоть как-то сдерживать царя. Он вступался за обвиняемых и спасал осужденных. Открыто обличал опричников, призывал царя к покаянию. В конце концов, демонстративно отказавшись благословить царя, он удалился в Новодевичий монастырь. Церковный суд, собранный по приказу царя, низложил Филиппа. Владыку подвергли публичному унижению, избили и заковали в кандалы. Вспоминал ли тогда Иван Васильевич, как ужасался и плакал в детстве, когда бояре рвали мантию на митрополите Макарии? Однако убить Филиппа Иван все же не решился. Низложенный митрополит пользовался огромным авторитетом, и потому царь отправил его в ссылку в Тверской монастырь. В 1569 году, отправляясь в карательный поход на Новгород, царь послал к Филиппу своего ближайшего помощника, Малюту Скуратова, и спросить благословения на поход. Филипп отказал. И Малюта тут же в келье задушил его. Спустя 100 лет митрополит Филипп Московский будет прославлен в лике святителей. Ныне его мощи покоятся в Успенском соборе Кремля, рядом с царским местом, где когда-то венчался на царство Иван Грозный. В тот год государь многое успел сделать. Чтобы бояре не вздумали заменить грозного царя Ивана на его кроткого брата Владимира Старицкого, князь со всей семьей был отравлен. Вскоре пришел донос, что новгородские бояре составили заговор против государя, желая предаться польскому королю. И государь с верными братьями-опричниками отправился в Новгород. Поход опричного войска на Новгород начался с массовых убийств и грабежей в Твери, Клину и Торжке. Документально подтвержденное число жертв – 1505 человек. В Новгороде царь с войском пробыл 1,5 месяца. Все это время продолжались массовые казни с применением жесточайших пыток. По несколько сот человек в день, в том числе женщин и детей. Документально подтверждено 2,5–3 тысячи жертв, а по данным летописей погибло значительно больше. Новгород и вся округа на 300 километров были полностью разграблены. Иван Васильевич пошел дальше, в Псков, где продолжились казни. Прослышав о знаменитом юродивом Николке, Иван Васильевич пришел к нему в келью. Николка усадил царя обедать и протянул кусок сырого кровавого мяса. «На, съешь. Ты же питаешься мясом человеческим». И пока царь приходил в себя, юродивый успел напророчить ему столько бед, что Иван Васильевич поостерегся продолжать казни и отправился искать сообщников новгородской измены в Москве. К лету 1570 года розыск был окончен. На площади в Китай-городе было казнено более 100 человек, в том числе главный советник царя по вопросам внешней политики, царский казначей, а также главы поместного и разбойного приказов и большого прихода, главного финансового ведомства. При этом народу было объявлено, что в бедственном состоянии страны, военных поражениях, разорении, запустении земель виноваты именно эти чиновники. На самом деле они всего лишь пытались уговорить государя отменить опричнину. Спустя год после московских казней на южной границе появилось огромное войско крымского хана Девлет-Гирея. Для отражения нашествия вышли раздельно опричные и земские отряды, но остановить татар они не смогли. Девлет-Гирей стремительно продвигался к Москве. Иван Васильевич с опричным войском ушел в Александровскую слободу,
затем в Ростов. Защищать Москву осталось земское войско во главе с князьями Бельским, Мстиславским, Воротынским, которых не так давно царь подозревал в измене. Им удалось организовать оборону города. Не в силах взять Москву, Девлет-Гирей поджег ее. Стояло необычайно жаркое лето, и город запылал так, что сами татары устрашились и поспешно ушли. Москва выгорела почти полностью. Сгорело и утонуло так много людей, что реку нельзя было очистить от трупов в течение 12 последующих месяцев. Холодея от ужаса, царь вдруг понял: Господь не принял его трудов. Он, грешный Иоанн, Божьей милостью царь всея Руси, оказался неправ. Иван IV ликвидировал опричнину. Но вернуть все, как прежде, было уже невозможно. Страна, изувеченная опричным террором, истощенная бесконечной войной, оказалась в состоянии порухи. Поруха – буквальное значение «порча», «беда». Глубочайший кризис в России конца XVI века. Пришли в запустение самые экономически развитые районы страны. Земли распахивались едва наполовину, а местами – на 10%. Население значительно уменьшилось. Часть была уничтожена во время террора, часть бежала от опричников в Поволжье и Сибирь. Возрос налоговый гнет. Цены выросли в 4 раза. Голод стал почти постоянным явлением. В 1581 году шведы захватят Нарву, Ивангород и Копорье. Главная война Ивана Грозного окончится сокрушительным поражением. России придется вернуть все завоеванные за 25 лет земли, к тому же отдать несколько областей, населенных русскими людьми. Последняя победа эпохи Грозного будет одержана помимо его воли. Богатейшие купцы Строгановы на свои средства снарядили против сибирского хана Кучума казачий отряд во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Ермак разгромил Кучума и открыл для русских ворота в Сибирь, благодаря чему русское государство несколько десятилетий спустя станет самой большой страной мира. Как так вышло? На что он растратил дары, коими так щедро наделил его Господь? Куда зарыл свои таланты? Ведь был гораст и слова искусно выплетать, и на клиры сипеть. Сам стихиры сочинял, сам писал европейским монархам письма, вычурные и ехидные. Победы на ратном поле одерживал. Как так вышло? Только и оставалось у него утешение – сыновья. Младший Федор был набожен, тих, но упрям. Старший Иван, наследник, отцу не перечил, интриги не плел. На войну ходил смело. Все рвался с войском под Псков сразиться с Баторием. Но Иван Васильевич его не пускал. Хотел уберечь. 9 ноября 1581 года в Александровской слободе Иван Васильевич поспорил с царевичем Иваном и в раздражении ударил царевича посохом. По одной из версий, спор вышел из-за тактики обороны Пскова. По другой, царевич вступился за беременную жену, которая вызвала гнев царя. Острый конец посоха распорол кожу. Спустя несколько дней началось заражение крови. 19 ноября царевич Иван скончался. Слухи о том, что Иван Грозный убил своего сына, начали циркулировать почти сразу после смерти царевича. Абсолютно достоверной информации нет до сих пор. Каждую ночь князь под влиянием скорби или угрызений совести поднимался с постели и, хватаясь руками за стены спальни, издавал тяжкие стоны. Спальники с трудом могли уложить его на постель, разосланную на полу. Таким образом он успокаивался, воспрянув духом и снова овладев собой.
Весной 1582 года Иван IV отправил в монастыри Константинополя, Александрии и Иерусалима 10 тысяч рублей для поминовения царевича Ивана Ивановича до скончания века. Тогда же царь велел разослать в монастыри по всей стране огромные списки, так называемые синодики опальных, и тысячные вклады на помин душ тех, кто погиб без покаяния по его вине. К 50 годам Иван Васильевич выглядел глубоким стариком. Из-за костных наростов на позвонках и суставах каждое движение причиняло ему боль. Он был не в состоянии повернуть голову. Почти не мог ходить. 18 марта 1584 года, накануне своего 54-летия, царь Иван Васильевич скончался. Непосредственной причиной смерти могло стать кровоизлияние в мозг после горячей ванны. Версии о насильственной смерти не имеют документального подтверждения. Его сын Федор Иоаннович был венчан на царство в день своего 27-летия. Уравновешенный, добродушный, кроткий и ласковый со всеми, он был полной противоположностью своему отцу. Одни считали его слабоумным или блаженным, другие же почитали как великого молитвенника и мудрого правителя. Возле трона остались самые доверенные и в первую очередь родной дядя царя, Никита Романович Захарьин-Юрьев, от которого впоследствии пойдет династия Романовых, и брат царицы Борис Годунов. В стране, перекроенной реформами Ивана Грозного, истощенной Ливонской войной, изувеченной опричниной, нужны были хотя бы несколько лет мира и тишины. Прибывший по приглашению Федора Иоанновича Константинопольский патриарх учредил в Москве патриарший престол. Митрополит Иов стал первым патриархом Русской Церкви. В это же время в Москве возвели новое укрепление – стену Белого города. Многие города, большие и малые, получили крепостные стены. На севере, на Белом море, строился морской порт Архангельск. На островах возникла северная твердыня, мощнейшая крепость, которая никогда не будет взята, Соловецкий монастырь. Русская армия отбила у шведов северные земли, потерянные Россией при Иване Грозном. Отряды казаков-первопроходцев, сумев с царской поддержкой закрепиться на Урале и в Сибири, возвели Тобольск и Сургут и пошли дальше на восток. Правление Федора, которое потомки назовут мирным и безмятежным, продолжалось всего 14 лет. Царь Федор Иоаннович умер на 41-м году жизни, зная, что он последний. Династия Рюриковичей на русском троне пресеклась. Государь не указал преемника, полагаясь на волю Божию. Вдовствующая царица Ирина вскоре ушла в монастырь, и на престол после напряженной борьбы взошел ее брат Борис Годунов. Энергичный, деятельный, опытный управленец, он имел все шансы вывести страну из затяжного кризиса. Но после 7 лет правления Борис Годунов скоропостижно скончался. В стране началась смута. Череда самозванцев на престоле, гражданская война, интервенция, разруха. Русское государство оказалось в одном шаге от гибели. Со всех концов необъятной страны шли люди. Крестьяне, бояре, купцы, воины. Те, кто уцелел после войны, голода и разрухи. Шли, чтобы решить свою судьбу. В марте 1613 года, в самом сердце разоренной страны, русский народ сделал свой выбор.
Первым царем новой династии стал 16-летний Михаил Федорович Романов. Отсчет истории русского государства начался заново.